Вокруг все больше памятных акций. Повсюду чаще слышатся слова благодарности людям, которые подарили мирное небо над головой. В майские дни, в преддверии главного праздника страны, начинают раздавать и георгиевские ленты по всей России. Это символ уважения к ветеранам и дань памяти тем, кто сложил головы на полях сражений. Впереди один из самых важных праздников в нашей стране. Праздников, который объединяет всех нас на протяжении уже многих лет. Праздник Победы 9 мая. Поэтому мы все должны быть готовы к этому празднику. Это один из символов памяти. Георгиевские ленты и флаги раздают всем прохожим, и взрослым, и детям. И даже ни погода не помешала волонтерам раздавать георгиевские ленты. Активисты каждый год присоединяются к акции. Работаем в любых условиях, и празднование Дня Победы это не зависит от погодных каких-то условий, учитывая, что ежегодно погода 9 мая не очень-то солнечная, а обычно дождливая, иногда даже снежная. В преддверии 9 мая и в сам День Победы миллионы людей по всей стране прикрепляют георгиевскую ленту к одежде, тем самым выражают гордость за воинов, которые героически сражались в Великую Отечественную войну. Не остались в стороне и мы. Черный и оранжевый на георгиевской ленте означают дым и пламя, цвета как символ военной доблести и славы. Анастасия Кравцовская, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.